30 марта 90-летие отмечает Надежда Анатольевна Капитонова, заслуженный работник культуры РСФСР, библиотекарь-просветитель, краевед. Надежда Анатольевна – легендарная личность, потомственный и самый известный библиотекарь Челябинской области. Рассказывает она о писателях и книгах так, что дети и взрослые не могут остаться равнодушными. Это по-настоящему уникальный человек, и таких единицы. Действительно, можно сказать, что Надежда Анатольевна – это достояние не только Южного Урала, но и России. И нам, верхнеуральцам, очень повезло, что мы не понаслышке знаем о Надежде Анатольевне, а с ней общались, беседовали, проводили мероприятия. Она приезжала к нам в город, и о ней только одни восхитительные слова. Это человек с энергией, которая пышет из нее, она заряжает этой энергией окружающих людей. Надежда Анатольевна, живите долго-долго, счастливо, любви вам, понимания близких людей. С юбилеем! Верхнеуральская детская библиотека от всей души поздравляет Надежду Анатольевну Капитонову с юбилеем. Надежда Анатольевна, вы удивительный человек, великолепная рассказчица. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы делаете. Я имела счастье с вами общаться. И благодарю вас за поддержку, за ваши добрые слова, за вашу любовь к нашему городу Верхнеуральску. И примите от нас, от детских библиотекарей города Верхнеуральска, от наших читателей пожелание крепкого здоровья, мира и добра, солнца, тепла и света. Берегите себя. С днем рождения! Скульптор Эрнст Неизвестный был признателен Надежде Анатольевне за открытие целых пластов знаний о своей родословной. Поэтесса Белла Дежур доверила только ей свой архив. Писатели Наталья Кончаловская, Лидия Лебединская, Тамара Петкевич, Игорь Губерман очень дорожили и дорожат общением с Надеждой Анатольевной Капитоновой. Благодаря поискам Надежды Анатольевны и помощи администрации Верхнеуральского района найдены архивные материалы о пребывании в Верхнеуральске в 1905-1917 годах семьи известного скульптора Эрнста Неизвестного, что послужило основанием для организации выставок его работ в нашем городе в 2003 году. А затем и появлению книги «Неизвестное о неизвестном», написанной Надеждой Анатольевной в соавторстве с верхнеуральским краеведом Александром Вернигоровым и журналистом Михаилом Гитисом. Эта книга повествует о годах пребывания семьи Неизвестных на Урале, включая ранее не открытые страницы жизни в Верхнеуральске. Надежда Анатольевна Капитонова – уникальный человек, Книжкина мама всего Южного Урала, замечательный друг всего Верхнеуральского района. Мы вместе с ней занимались темой корней Эрнста Неизвестного. Она – уникальный человек, ее знают и любят все библиотекари всего Урала. Я это наблюдал неоднократно. Ей такой солидный возраст у нее, но при этом она продолжает быть активной. Она пишет статьи, участвует в различных конференциях. Дай бог ей большого здоровья. Я думаю, что верхнеуральцы считать должны ее своей землячкой, потому просто, что она любит Верхнеуральск. Всегда о Верхнеуральске с любовью рассказывала в своих радиопередачах, всегда пишет в статьях с большим уважением к Верхнеуральску. И я думаю, что мы, верхнеуральцы, с такой же любовью относимся и к ней. Спасибо, Надежда Анатольевна, за все то доброе, что вы сделали для всех читателей земли уральской. Сотрудники Верхнеуральской городской библиотеки от всей души поздравляют с юбилеем Надежду Анатольевну Капитонову, удивительного человека, великолепную рассказчицу, и желают крепкого здоровья, мира и добра, тепла и света.